скоро бы чуть ли. Так, можно мне же открыть? Яку першу мені открой? Так, первую... Заходи. Входи, Саша. Да, заходи. Первую... Юля! Надо, чтобы все пришли, ну что мы это самое, как эгоисты. Икону Коля уже показал, это икона. Видел, Саша сам вам подарил эту икону красивую. Ее хорошо видно. Это серебро, и что? И позолота? Позолота, да. Но оно как бы не все серебро, оно тоже как она посеребряная, позолотая. Таких не делают, чистое серебро не бывает. Чистое серебро, вот такая маленькая иконка, там 7000, вот такая маленькая, допустим. Спасибо, это да, она посеребряная, посеребряная и позолоченная. То есть, да, это не чистое, не бывает в таких вот огромных, но она будет стоить там, не знаю, спасибо, очень дорого. Да. Ну, они идут, Чиня, я подарки хочу смотреть, 3 часа. Это ангел-хранитель. Вот куда-то повесить родители. Может, себе в комнату повесишь тут. Будешь, или в коридор, может, я не знаю. Ну, коридор как-то икону нет, мне кажется. В спальне надо где-то или у тебя, не, или, туда, в спальне, или у родителей. А там что ж не сделано? На мебели нема ничего самого. Ну, иди звезд. Ну, тем, на... тем более, если не сделано, место найдешь. Да, там же ничего нет. Там же... Так, пойдемте смотреть подарки. Я открываю. Не, первую оцю. Первая оця. Я открываю коричневую. Це подарки, я тебе сказал. Так, сначала ці, що подарив сам Бер. Она открывается, Коля. Просто ти. Ой. Дуже дорога упаковка. Її просто дуже дорога. Дуже дорога упаковка. Что это? Ты скоро не поймешь, что это. И почему это тут находится. Это он первый? Да, да, да. От меньшего к большему. Карты. Это карты, Коля. Это карты, обычные карты. Золотите? Нет, обычные карты. Позолоченные. Да? Позолоченные. Золотые. 12 часов карты работают. Да? Да. Они ходят. Не дают вам покоя, да? Нет, это не они играют себе, я так они до карт. Я отдыхаю, они все играют, а я сплю себе спокойно. Ну, это же играют дурачка на пару. А, вот смотри. Ух ты. Красиво таки, да? Красиво. Ух ты. Ну, это не в картах дело. Смотри дальше. Почему тут находится такой... Такая коробка, угадай. Класс. Спасибо. А ну, на это хочешь, я могу показать. Сейчас сюда. И забираем сразу. Что там? Это подсвечник. Такая обезьяна. Так я рассказываю, какой смысл сразу. Не, сейчас, ну, ты посмотри все, что тут есть. А сюда свечку тыкать? Или он не может понять, что к чему, думаю, мы кончили. А, не пойдет. Потом как посмотришь, ты расскажешь. Мы сейчас будем догадываться. Ставишь свечку, и так играете в карты. Не. Это там, ага. Коля, в пакетике можешь не смотреть. Не, не, пусть посмотрит, пусть посмотрит. Это дополнение к тому, что большое. Это как составляет. Ну, пусть посмотрит все равно. Ну, там... Это к торшеру, я знаю, я запомнил. Так, дальше тут... Свечка, это думала, свечка, да. Это свечка. Сюда в подсвечник. Да. Малпа, не выдерживай свечку. Она на кровати. Просто на крышку положи. На крышку, а на крышку оно будет... Да. О. И салфетки. Салфетки зачем? Чтобы воск от свечки ставить. У кого какие варианты есть? Почему такой набор? Странный, что это значит? Я не могу понять, а что такой набор? Карты, мавпа, свечка. Карты, что светится? Сними, я расскажу. Карты светятся, не? Нет, ничего не светится, ничего. Тайна в том, что когда ты покупаешь вот это,
И надо взять еще 4. И тогда скидка 25%. Любого самого дешевого, что-нибудь надо взять. И скидка 25% на общий чек. То есть и на то, и на это. И мы взяли то, что подешевле, и то, что, ну, в принципе, ладно, подсвечник, карты, там, салфетки, сюда надо. За тебе пригодится, да? Ну, то есть такое, чтобы получить скидку. Карты ты любишь. Сами больше мне карты. В принципе, смысла такого никакого в этом не было. Карты очень красивые. Да. Кстати, красивая такая. Оно хорошо видно на этом фоне. Угу. Это к тому. Теперь открывают эту коробку. Что тут? Татьяна Васильевна, ленте, який сам был карте. Раскрыли. Уже внутри. Мам, бачила позолочені карти? Ні. Золоті, золото. Де ж я бачила? Закрите все в коробочках. Я нічого не бачу. Знаєш, що це саме? Позолочені карти. Красиві, красиві. Вони чи позолочені, просто бумага така. Позолочені. Так, я не вижу. Это, ну, золотая напиление на карте. Нить. Нить золотая, как у тебя эту сумочку. Напиление. Хоть обращу. Знаешь, я люблю золото, начинай мне на все казать. Я тебе еще сказала, как Коля сказал, что можно будет. Я говорю, не все золото. Давай тут вот так. Я сразу бачила, что я купил и куда купил. Я сразу сказала. То есть медицинский. Мама, смотрите, специально. Это тебе набор для косметики. Такое, в принципе, дезодорант, шампунь, гель для душа. Душа и что-то еще, по-моему. Интеза, это антипреспирант. Это допобарба после бритья. Это итальянский. Ну, бачу, разбирайся, ты английский знаешь, да? Это гель-доча шампунь. Это шампунь для тела. А это шампунь для волос. Для волос. Ну, если этим это гель для душа. Для душа. Слышишь, Коля, если этим помоешь голову, погано не будет, я думаю. Не, ну можно. Коля, следующая вот такая коробочка. Я за что кажу, погано не будет. Только смотрите, чтобы вас не протянуло. Ну, что ты здесь? Вкладывай карты. Я не знаю, куда. Там Катика, вы снимаете? Да, там все. Ничего не я видно. Убрала карту, я ничего не против. Конечно, блин, это ну просто чого? Открывается. Ну что ты взял за жвачки? Это бухой, да? Нравятся тебе такие? Я их люблю. У меня такие маленькие были, мне когда-то мама так и дарила. Я даже запах знаю. Это стронг. У меня были такие маленькие. Не очень дорогие эти духи. Они дешевые. Цены нема? Да там не будет цены, конечно. Цены подделка. О, 100 миллиграмм. Дома сам сало сделал, и тебе привез. Это 4000 не стоит. Ну что ты сразу... Трошки дешевле. Да, это те. Сейчас вам дам понюхать. Ты такая любишь, да? У меня есть такие. Такие маленькие. А ну понюхай, дай, Татьяне Васильевне. Эмпория Армани, помнишь? Да, знаешь. Армани. Я знаю, это мужской, запах. Резкий такой, мужской я запах, да, Коль? Мужской сейчас разойдет, сейчас разойдет. Когда вы дали, я знала, что это. Передавайте по кругу. Я знаю, мы же выбирали. Ну да, ты сразу, а я чуть-чуть это, оно будет хорошо. Ну теперь, Коля, раздирай вот эту. Ну, смотрите, я думаю, что ты вышел. Раздирайте, упакуйте. Только далеко, отдаленно. Спасибо. А это что за оружие? А это тут вообще ложка. Там же это застрелять сейчас будет, Коля, из окна. Кто будет его проходить? Кто не понравится, будет стрелять он из окна. Если у меня спальня маленькая, то я должна стрелять. Разрывается все. Икона вообще очень красивая. Да. А вся тяжелость, я тоже забрала, вещей багато. И цветы, и я с одной считай рукой. Коля, цветы взяла, палочку взяла и пішла. Все тягом там. А тоді так все вызвал и все, до свидания. Ой, слушай. Надо хватит, мама, ну. Боже, кайма, так снимается. Це що жива погрязня? Переноски до Тарсера, да? Ну, да. Переноски. Ну, я сразу увидел видео. А не ты ножницы, ничего, так спать. А подай ножницы, так? Так. Или ножик, или ножницы с кухни. А с барсиком. Такой красивый барсик сейчас для пуза разбила, сам сира шкура сверху. Красивый глазастик такой. Нет, а это разорваться, это не разорваться. Скотч. Там надо разрезать. А как ты узнал, что это Торшер? Из комментариев, да? Да. Как они узнали? Ну, оно ж видно. Как они это узнают? Ну, оно ж видно, что ножки и круг. За каждым шагом. Я даже об этом не подумала сейчас. Я сразу подумала. Ну, там были догадки, удочки. Ну, еще я думала, может быть, подзнала.
снимать. Это я не знаю. Что папарацци забегают постоянно? Папарацци сзади идет постоянно. Преследует. Ну. А, ну да. Папарацци, правильно? Кто знает, как ты собрать? Как принцесса, Диана, за ней на каждом шагу была папарацци. Посмотрим, что это. Эта штука в середину упекается. Вот это. В середину. Туда. В середину залезли. А цвет Коля вот там, вот тут. А где вообще идти? Зима? Уехала? Тамада, все? Все, все. Ага. Ну что, фотографируем. Так, палочку, сейчас будет фотография. Сейчас я подкрыла, будет здесь ничего. Сейчас, наверное, не будет, да, когда все установили. Знаете, вот это угол. Туда там же дырочка должна быть с той стороны. И в пакетике. Там. А, заверзла. Крутите она сюда. В пакете. В пакете запчасти. Вот, запчасти. В пакете. Как он ты доставал там, да. Ну так было, да. Вообще ключик, все предусмотрено. Ну так бывает. Так это может потом надо, надо его накрыть. Чтобы он спадлил, да? А так будет петь все время, да? Ну вот мы с Италии его увезли. Когда говорили, целые сутки везли, его даже не было слышно. Да, шайба, может, это в другое место шайба. Шайба, она... Не, ну он не сильно, он периодически поет что-то, но не сильно. А сеток на окнах нету? Не-не, мы опускаем тогда, когда закрыто. Ну потому что так-то должно. Ну, мало ли что-то. Вот собак принес. Видишь, такой бар грязный. Не надо больше так. Может, и дичь не надо. Думаю, что я знаю, что дичь. Вот у них упаковка. Очень проще бороться за упаковку. Мне кажется, седай. Мама, седай. Мы тебе скажем, сколько стоит упаковка. Там 500 рублей. 500 не больше. Я сказала только, что седай падает. Такие цены упаковки. Да ладно. Боже, как замотали. А, она обычный темный, да? Да, и таким как золотым. А как она должна в лусы так быть? Нет, она там регулируется и в бок. Это как лампа, да? Ну да, это ну, да, как торшер. Ого, такая гениальная. Лампочка. Ну тут. Надо лампочку, да? Здорово. Нет, надо лампочку, да. Что, зеркало там куда приедет? Все недостатки. Брюки, а, наверное, вот он так ставился. А что такое? Будешь открывать вот это или? Я не знаю, что это такое вообще. Да, это штука фотоателье, что фотографирует подсветку. Нет, это торшер. Торшер. Для чего это? А, это не фотографирует? Нет. Я думал, что Коля фотоателье. Я поняла. Для съемок. Там, наверное, вот эту. Определенно. Вот там так мне хорошо уходит. Я бы сказала, ну просто камера включена. Да. Зачем это надо? Все подумали об одном и том же. Торшер такой, торшер. Поставил комнату, буду знать. Вот для чего она это. Ночью можно так и светло. А сюда включить буду читать или что-нибудь. Там помочь можно заниматься. Крутится как хочешь, хочешь сюда, хочешь сюда, такой. Бас, да, у меня только магнитная. Надо лампочка, Андрей, есть у нас какая-то лампа. Да как? Так хоть какая-нибудь попробовать. Попробовать. Бачу, чего не сразу не то самое, не ложно. Давайте нам в комнату отнесем, чтобы свет включить. А я пошел другой, там патрон большой или маленький? Ну, да, сильно много света не дает вот эта лампа. Ой, Катюш, прости. Разрешаешь?
А это как такое, оно же не должно так светить. Просто лампа. Оно же должно как-то. Ну это для декора, для интерьера. То есть если просто лампа, ну что, у тебя будет лампа светить? Так оно закрыто, светится круг. Давайте украшение поставим. Очень тепло в доме. А там попробуем, там розетка. А если попробовать его отключить? Или сразу холодно становится? Ладно, думайте, что на чем. Тут целая. Надо на электронике, надо включать именно. Хорошо, затянул. Мол, первые дни, когда они ехали, так регулируется. Ну, давай, дай мне комнату. Ну, они пришли. А зачем прогрел? Дом прогрел. Да нет, тут много света. Пришли в комнату. Там выключен свет. Там лучше, чем в комнате будет стоять. Это хорошо, когда тепло. А потом, когда будет, конечно, холодно. Туда в комнату. О, пойдет же это. Так, в какую комнату? Ну, сюда же, наверное. Или куда? Сюда, наверное, тут мало света. Тут сбоку, где они ставили эту штуку, как ее там. А я же говорю, что здесь шоколад. Тут розетки, Коль, вот резетки. Вот шоколад, где не фонтан они ставили. А, я убрал ее. Твой фонтан. Тот ты что за фонтан? Приварим твой фонтан у них. Он же Андрюха пробовал на кухне. Говорит, говорил. Ну, тут надо помощнее, лампа. А ну саму как убрали? Желтый свет. Туда надо помощнее лампу просто. Это как это? Что больше киловатт? Инопланетная, да. Больше киловатт. Красиво. Стильный тебе торшер. Будет твой первый. Нравится тебе такой? Первый, как сказать, интерьер. Ты первый. Я не могу понять. Он должен так стоять или вот так? Как хочешь. Тут есть, регулируешь, смотри, ручки эти. Ты хочешь, как тебе будет удобно, так и будешь делать. Вот ты его хочешь наклонить, бачите? Хочешь повернуть. А, можно вот так. Будешь, что тебе надо ближе. Ну, взял там тебе ручку. Хочешь так поставил. Только хорошую лампу. Хочешь так. Хорошую. Так повернул ручку. Хочешь туда повернул. Вот так повернул ручку, да. То есть как... Ну, это как элемент декора, скорее всего, потому что освещение просто так не дает. Ну, понятно, что это не для того, чтобы ты читал прям книгу. Я интерьер конфликт. Сюда фильм. Такая. Спасибо великое. Да не могу, сблизи, как оно. Любуйтесь. Солнце сказало, якраз я тебя буду бачить. Красивый вот он такой. Видите, ты будешь фотографируйтесь. Так, это мне показалось необычно. Я просто помню, ты когда-то шел, говоришь, ой, красивый торшер, когда-то ты сказал. Да, это мы в Мост-Сити. Это немецкое производство, да. Нет, ты там был, ты говоришь, что это так красиво. Вот где кино, там помню, бачишь там сбоку. Нет, там никогда не был. Ты в другом месте говорил, торшер красивый, не там. Просто не... Ты там был? Я видео даже там снимал. Ну, красивый, такая, как декор, то да, красивый. Ну, конечно, это сколько. Как декор и просто элемент такой. И соответственно, хороший. Не, оно золотым отцветит. Чухается постоянно. Жир. Как планета. Да, да. Земля, земля. Прием, прием, земля. Один там, другой там. Так. Катин подарок. Вот тут и удочка. Ой. Его надо постановить в двери. Катушка? Да? Удочка и катушка. Это мне подарила Катя с Сашей. Там у вас интересно? Ножи профессиональные. The best for fishing. И вот эта палочка туда же. Глянь, как катушка. О, да. Это а это запасная, да? Я не знала. Да. Класс. Класс. Это на 4. На 3 плюс 1. 4 подшипника. Сейчас покажу. Вон туда, в принципе. Кто понимает, да, сейчас. Это вообще такая классная катушка. Это на спиннинг забрасывать на... Это фидер, на фидер. Да, на фидер. На фидер, на вот эти, поняла? На... Ну, это то, что вот как мы ходим, да?
А ну, Віля, ти карбачка крутани. Попробуй. Я подержу тобі катушку, ти крутани попробуй. Да, вообще, классно, как да? По маслу. Не надо прилагать столько усилий. Шикарно. Класс. Ой. Ой. А это... О! Сейчас я подойду с курочкой. Жалко, конечно, что уже лето. Что уже лето? Что уже лето? Жалко, что уже лето. Хотя ты тоже любишь рыбалку. Я люблю пикник на рыбалку. Я рядом. Пикник. Ага. Наверное, там чехол даст. Ага. И в лес люблю за грибами. О, це я з тобою піду на рибалку. Та прям час піде до мене на рибалку. Це длинна, да? Скільки нам? Три, да? Три метри має. 3,6. Я не знаю. Саша, спросиш? Это классная удочка, а катушка, я гляньте, сейчас я вам покажу. Просто вы не понимаете. Здесь потолок не пробит. Да не надо ее делать. Там еще наконечник. Там еще, Коля. Надо, подивите, как не надо. Как надо? Ты сейчас понимаешь. Что это такое? Это вообще классное. Это что такое? Наконечник. Еще и два в запас. Так, Коля, смотри, аккуратно. Еще один. Стой. Ну-ка, держи. Це що, рибалка чи що? Три, Коля, даже. Да, Юля. Так, да, это клас. Еще, чекай, еще одна карта есть. Там еще должен быть. Потому что это совсем тонкая. Саш, сколько это метров? Она тут 5-6. 3-6. Да? Там написано. Смотри, идет еще вот это. Да не, Коля, какие 3-6? Да, 3-6. Больше. Вон, 3,60. 3,60. 3,6, пошли 4 метра. Вот это 3,6? Да. А что ты думаешь, да, Саня? Мне кажется, больше. Метр, нет, не будет больше. Не будет, ты считай метр, який. Вот так, наверное, метр. Вот пошли. И вот это 3,6? 4. Пошли 4 метра. Это только на фидер, Саш? На пружину я пойду. Ну, а фидер тоже есть пружина. Там да, он пальчик очень такой. А ну брось, отлично. Ну, здесь он же у тебя регулируется. Там 3 вида. Не 3,6. На... А что, ты думаешь больше? На разные веса. Если ты более тяжелый, то хотя... не самый жесткий. А что ты так думаешь? Что разные наконец. Понял, а это кончики регулируются на разные грузика. То есть, чем тяжелее вес, ты кончик берешь потяжелее. Ну классно, Коль, давай я разберу ее, да? То нам на катушку прицепить. А катушка, Саша, вообще бомба. На 4 подшипника, да? Класс. Ну то, чтобы ты рыбу выуживал и не было никаких. Да? Да. Это Катя с мужем. Вот, Катя, Катя, класс, я думала, спасибо. Юля. Я думала, рыбак рыбаку. Я думала, Юля. Конечно, тоже рыбаки. Ну да, все рыбаки. Да, спасибо огромное, классная штука вообще. Я на следующий год буду пользоваться. Осталось лискавище. Бачиш, собирається все акуратненько, виходить. Так, да, леска, в мене є хороша леска. А дінь її туди, і вона не поміститься в тепло. Куди? Не, я катушку полюся, пускай стоїть отдельно. Ще, видиш, запасне это є, що вдруг потеряє. Це шпуля для лески і шпуля для шнура. Це не запасна. Я думав, запасна. Зачем шпуля для шнура? А от це для чого? Це для лески, так? Ну там я не помню, и пластмасс или и железо для лески. Одна пластмассовая, одна и держит там. А вот Саша, для каждого своя ниша, да, тут же? Да. Да. Это такие Саша тоненькие, так что я сяду. С вашего позволения. Бахтенько. Ладно, извиняться. Скажу, Света, с вашего позволения. Что там сяду на по очереди? Ми, ты знаешь подарок? Такие по заказу. Он мне заказал, да. Раньше такого не было. Пакет сунул, и другой сейчас подарок. Всякие сумочки. Ой, коробочки. Юля. Ой, Юля, мне придется рвать ты, Иванчик. Что собрал? Спасибо. Я Юле подарок заказываю сразу. Что ты сейчас открываешь? Это Юлин подарок. Это видеорегистратор, потому что мы нанимали, я покупала один, мы покупали вместе с Юлей, он был плохой. Она спрашивала, что купить. И я... Ага. Видеорегистратор. Только карточка памяти у меня осталась дома, Коля. Я тебе дам потом, да. Ничего. Я спешила. Это, кстати, классный. Это ми, да? Миизу вот это. Вот это.
есть этот тут. Крепление, вот оно. Да, там просто заходит в пазик. Вот. Угу. И ты разворачиваешь как хочешь, от себя. Но это себе. Лучше на стекло, вот так вот на стекло клеишь, и с этой стороны ты видишь. Тебе я даже тоже? И что это? Мам, ты на икону лягла, мам, пожалуйста, не проведи. Это у нас тяжело травма. Ты на Василина ляжьте на подушку. На стекло прям. Ляжьте на подушку, если вам тяжело, ляжьте. Нет, карточки, это карточка. Карточку, да, я тебе привезу, Коль, я тебе дам. Це шок очень красиво. У машині це ставиш, так? Да, да. Це не то, що ти буде показувати путь. Ні, це відео буде знімати машину. А я то, що ти встав, помниш, де було? Ні, ні, то є з телефону. А як воно називається? А це що каже, наліво? Навігатор. Я думаю, яке слово забуду. Там якийсь хороший серебро. Спасибо, Юля, зараз машину поділи, що мені треба. А це знімати будеш, так? Прямо в цьому можна. Так, так, так. Ну, тебе надо куда-то спать. Ее надо где-то в углу. Вообще, как говорят, в углу надо, да? Ну, в углу, мне кажется, можно и на стенку так красиво повесить. Не, ну это же не картина. Не, ну что, вот так ангел хранит. Не. Она должна в углу висеть. Да, она должна быть в каком-то... О, вот так. В углу, да. Ну, вот это в полину комнату. Не, я в углу не хочу. В углу иконы должны быть. Вообще, над входом в дом можно вот... Вот с этой стороны, да, да, на дереве, да. Ангел хранит. Я кстати, вот сюда, вот, вот смотрите. Да, ну, это, да, я а это там, мама да. С папой подарили наушники. А, это наушники. Это тебе будут звонить. Какого цвета? Белого. Да. Только я не знаю, как... Беспроводные, вот да? Так, да. А, то есть, чтобы их заряжать, надо вот так всегда включать, да, запхал? Да, короче, это беспроводный будет, да? Да, но проводочек должен был идти, правильно? Да, там, вы... там через мобилку, срок, я не знаю, ты ожидаешь там... Ну, я разберусь сегодня. Да. Ну, включаешь... Ага, вот. И когда они заряженные, ну, то... Ну, что ты решил? По очереди еще можно решать, да? Под второе. Все решать. А, можешь и два. А это они... и звонки можно принимать, да, вот с ними? Ага. Уже ж молитва, ангел-хранитель, видишь? По словам Спасителя, ангел-хранитель дается каждому человеку сюда. При рождении. Там то сначала один, если другой, то другой, другой можешь использовать. Можешь а, два. Можно просто один, да? Да. Два, это если ты музыку слушаешь, да. Наушники. А там должен посмотреть... Ложить постоянно в коробку. Инструкцию да. Посмотришь. Да, чтобы они заряжались, да? И не терялись. И не заряжались. Прикольно. Классно, что... Я видел такие давно, но к айфону такие 5000 стоят. А на оригинальные айфоновские 5000 стоят. Это классная тоже штука, удобная в машине ехать. Вот так тебе. А, вот это заряжается. Вот сюда кабель, да, наверное, да. Присоединяется. А я кто-то да, может, коробочку. Сынок, я просто не на кнопочку. Несколько раз видно, да? Да. Вот так, просто, да, чтобы лампочка. Да. Хорошая, да. Спасибо, Валерия, да. Спасибо, мам. Мы тоже не особо. Осторожно. Все. Еще вот что-то у тебя. А там у меня тоже набор и собачка, там носочки. А, да. Катя, вы дачи смотрите, да, там вы не видели, смотрите? Мы не видели. Кристина такой подарила, как она называется, господи боже. Термокружка. Термокружка. С собой в машине. Да, так вы смотрите, какая. А, там с фотками. Ну, прикольно. С фотографией. Это я и Юля, есть и мама, и папа. И вот это мне очень нравится фотография, вот это. Угу. Це я буду брати з собою на рибалку, красиво, коли буду один ходити. Якщо просто було, то я буду один ходити. Саша мене розуміє, так? Так, Саша? Дякую, Кристина. А коли ти один ходиш на рибалку? А? Ти ходиш один? Хожу. І не завжди хожу з Юлією і Самойлом, тому що у них не все за время є. І от така класна, бачите, чашечка, я її сьогодні собі заберу. Це, мабуть, як-то стекло. Ти під заказ зробила, так, да, Кристин? Так. Дуже красиво. Спасибо. Ось ця фотка мені дуже... От зелена мені та подобається, і це дуже класно. Зелена, яка на телефоні, так? Да? Так, да, так. Да. Яку Кристина теж на телефоні чехол зробила, ось це теж класно. Тут такі красиві фотографії. Ну, смотри, как Вилька. Покажи мне. Спасибо всем великое. Это все закончили. А вот тут бумажка для собачки. Угу. Милька. Собака ваша. Это Миля собачка. Это мама подарила тоже набор. Ну так выбрали мы. Выбрали быстрее, что Татьяна Васильевна зеленую валюту подарила. И я думала, что может с чем-то ждать. Вот открыточки, носки и конфеты «Королевский шарм». Прибрав мою открытку. Да. Вот правильно.
Да, открытку возьму, куплю. Мне как раз доложено, мне кое-что надо сделать. Что-нибудь до машины, да. Хоть на машину, хоть куда, чтобы ты потратил пользу. Спасибо вам всем великое. Вы пожалуйста. За подарки, да? Спасибо. Но это еще не конец. Вам спасибо за свет, за стол. За заботу. Это еще не конец праздника, Коль. Я понимаю, но я просто...